Вновь пятница, и в мемориальном комплексе музея «Салют Победа» культурная акция «Лето в парке». И мы представляем вам концертную программу Илецкого районного дома культуры. Каждая встреча с вами для нас — это маленький праздник. И мы рады приветствовать вас и пожелать вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Пусть сегодня наши сердца стучат в унисон, а наши песни принесут вам заряд бодрости. И открывает концертную программу муниципальный народный ансамбль казачьей песни «Яицкий городок». Руководитель Ирина Казначейская. Туманы, перевалы времени, менялись поколения, но земля отцов наших, земля казаков-уральцев, я пред тобою голову склоняю. Россия, Родина, солист Максим Ситов. И тревогой я к дому, что строил мой дед. За речкою церковь брошена, я в доме как гость непрошенный, но сердце стучится, душа стремиться, ведь здесь я родился на свет. Россия, Родина, святая Русь моя, всегда мой дед и отец, и вера моя не сломлена, спина для врагов не сгорблена, пусть вихри кружатся, мы будем сражаться, ведь битве еще не Yeah.
моя.